Новогодние праздники сказались не только на фигуре и кошельках людей, но и на эпидемиологической ситуации в стране. Походы в гости по магазинам привели к резкому увеличению числа заболевших коронавирусной инфекцией. Врачи бьют тревогу, нужно проводить ревакцинацию населения. В связи с тем, что хороший защитный титр антител против коронавирусной инфекции все-таки отмечается в течение 6 месяцев после вакцинации. А в связи с тем, что количество заболевших достаточно большое, мы активно встречаемся с вирусом постоянно, это предполагает, конечно же, что мы через 6 месяцев должны пройти повторную вакцинацию, чтобы быть защищенными, поднять уровень антител в крови каждого из нас, и, соответственно, при встрече с вирусом мы будем защищены. Врачи говорят, что вакцина – это единственный надежный способ защитить себя от нового вируса. Также не рекомендуют носить маски и использовать антисептик. И еще один важный пункт предотвращения распространения эпидемии – дезинфекция мест общего пользования. Управляющие компании должны регулярно проводить обработку подъездов и входных групп. Но не все коммунальщики делают это исправно. Управляющие компании, которые работают на территории Химок, они обязаны сегодня обрабатывать, делать санитарную обработку, дезинфекцию подъездов, простыми словами. И у нас, оказывается, есть те, кто ее выполняет, ну, не то что на 100%, на 90%, на 70%, на 60%, а есть некоторые, которые ее просто не делают. В красной зоне по обработке территории находится УК «Пик Комфорт». Нерадивых коммунальщиков вызовут в администрацию для разъяснительной беседы. Видимо, там же им придется ответить на ряд других неприятных вопросов. Почему до сих пор не убрана от снега четверть их домовых территорий? И почему не выплачена заработная плата дворникам и консьержам?